Так, очищаем от остатков геля, то есть вычищаем полностью гель, который есть. Кристалл уже снят, он отслоился конкретно в этой крышечке. Все. Теперь нам требуется отверточка плоская. Берем плоскую отверточку и подготавливаем вот такими вот движениями поверхность. Пайки. Все, поверхность подготовлена. Так, следующее, что мы делаем, мы залуживаем контактики, наносим гель флюс на один контактик и на второй. Вот. Теперь берем припой получаем раз контактик и два контактика. Далее тем же самым флюсом покрываем площадочку. И с помощью мощного паяльничка прогреваем все. Площадочка подготовлена. И последний этап. Садим кристалл. Все, кристалл запаян. Вот кристалл запаян. Одна и вторая точки под пайку подготовлены. Ну и дальше запаиваем наши провода. Первый проводочек, раз. Теперь его откусываем по месту. Вот так вот. Подводим. Наносим флюс. И запаиваем. Первый контактик есть. Ну и последний контакт, который идет на управление нашим ключом. Здесь я использую предварительно подготовленный МГТФ проводочек. Он изолированный и абсолютно гибкий. То есть мы его вот так вот подпаиваем
выкладываем. Вот и все. Как-то. Ну что, и сборка. Значит, все канавки были вычищены от остатков герметика. И сейчас наносится новый герметик. Вот. Все. Герметик был нанесен. И заклеиваем. Все. Дальше что нам необходимо? Дальше нам необходимо убрать остатки герметика. После застывания герметик станет прозрачным. Вот у нас тут еще чуть-чуть видно. Вот. То есть данный герметик после застывания становится прозрачным, как я уже сказал, и даже видно не будет, что блок ремонтировался.